Пора. Итак, 21 час в Петербурге. И, как обещал, я выхожу в эфир с тем, чтобы с вами, друзья, немножко пообщаться. В замечательное время живем. Представляете, вот чтобы так вот с бухты-барахты хотя бы лет 10-20 назад зайти друг к другу в гости или забежать на концерт так между... или попасть на Первый канал. Пожалуйста, в вашем доме может быть Первый канал. Первый канал может быть... Ну, в смысле, наш Первый канал, 21-й, грубо говоря. Если мы просто перепостим друг другу эту информацию. Оба, пошли лайки. Виктор Новицкий, Александр Кукушкин. Мария Штигель. Юлия Амбарникова. Амбарникова, привет. Все, Штигель, привет. Так, что у нас там еще? Мария Горбач. Горбач, да, Пермь с нами. Пермь с нами. Сергей Строй. О, Межигорье с нами. Отлично. Ну что, друзья, да, международная телекомпания 21, в общем-то, в эфире. Действительно замечательное время. И сейчас сложно нам строить препоны, если мы сами себе их не построим. Мне замечательно живется, значит, действительно мне не приходится общаться и пожимать руки тому, кому не нравится пожимать руки, и кого презираю, и не ходить там на телеканалы всякие, на нашествия. Уже сколько лет прошло? В 2001 году я был устранен со всех радиостанций Петербурга и России, по большому счету, и телеканалов. И телеканалов чуть попозже. Так, что сегодня у нас будет? Привет, Юля. Юля, привет. Это кому? Юля мне привет пишет. Я ей говорю, привет, Юля. Привет. Это Абрам. Слава Балясников. Слава с нами. Тула с нами, да. Привет Толстому. Значит... О чем я говорил-то? Вот заговорился, так заговорился. Хватит болтать. Хорошо, хватит болтать. Сегодня у нас вместо песни будет стихотворение. Вот точно, сначала стихотворение. Будет как мой сольный номер авторский, будет стихотворение. Но стихотворение посвящено Владимиру Семеновичу Высоцкому. Потому что у нас завтра будет спектакль в Амге, наш Высоцкий. Но в качестве бонуса будет песня Владимира Семеновича из кинофильма, из спектакля «Живые и мертвые», вот как бы исключение. Да, будет песня, называется «Солдаты группы «Центр». «Солдаты группы «Центр». Ну, наверное, я все сказал. Спасибо, что вы с нами. Начинаю. Итак. Германия на связи. Deutschland, guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Deutschland. Я вернулся. Ах, вот оно, вот как. Моим именем названа водка, и актер с голубою походкой мою маску надел и пошел. Режиссерская эта находка про наркотики, иглы, разводка. И смакует страна подноготку, и продюсер звенит барышом. Я вернулся. Но что это? Что же? На кого тут все стали похожи? Здесь рулят КГБшные рожи. То ли плач, то ли смех, то ли вой. Я вернулся, и день был погожий. Понял я, что мой дом уничтожен. Я вернулся с задачей несложной. Вам спасибо сказать, что живой. Да, я слышу ваши аплодисменты. Итак, песня Владимира Семеновича Высоцкого из спектакля «Живые павшие, павшие живые», которая не будет в нашем спектакле «Наш Высоцкий» по определенным причинам, я думаю, вы все понимаете. По выжженной равнине за метром метр идут по Украине солдаты группы «Центр». На первый-второй рассчитайсь. Первый-второй. Первый шаг вперед и в рай. Первый-второй. А каждый второй тоже герой. В рай попадет вслед за тобой. Первый-второй. 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 А перед нами все цветет, за нами все горит. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Веселые и хмурые, вернемся по домам. Невесты белокурые, наградой будут нам. Все впереди, а ныне за метром метр идут по Украине солдаты группы «Центр». На первый-второй рассчитайсь. Первый-второй.
Первый шаг вперед и в рай. Первый, второй, а каждый второй тоже герой. В рай попадет вслед за тобой. Первый, второй, первый, второй, первый, второй. Повышенные равнине за метром метр идут по Украине солдаты группы «Центр». Идут по Украине солдаты группы «Центр». Идут по Украине. По Украине. Заблудились. Вот такое стихотворение, такая песня. Надеюсь, что звук был нормальный. Сигнализируйте как. Сейчас посмотрю, что вы там написали. Аня Азрилян присоединилась. Ой, самая вредная девушка Америки, Аня Азрилян тоже. Я надеюсь, что надо между кухней и этой самой гостиной, жуя бутерброд, она послушала нашу песню. Илья Вардиев из Одессы. Hello, Америка. Илья Вардиев из Одессы. Илья с нами, да. Вот, пожалуйста, Одесса с нами. Все, ребята, я много болтаю сегодня. Завтра у меня спектакль. У кого будет возможность, приезжайте в МГУ. Спектакль, который 33 раза был сыгран в Америке. Был сыгран в Украине. Который был в Финляндии. Где он еще только не был? Я Владимир сейчас... Бас, спасибо, из Финляндии. Владимир Бас. Привет Финляндии. Кстати, мы ждем вызова в Финляндии. Что ж, давно не было заказчиков оттуда. Вот, все. Обнимаю, родные. Завтра на спектакле. И намекаю. В следующий раз спектакль будет очень нескоро. Да. И правым глазом намекаю, и левым. Очень нескоро. Для тех, кто понял. Пока. Обнимаю.